О, Творец земли и небес, хозяин всего сущего, всемогущий властелин и правитель, мудрейший и справедливый, убереги моих сыновей. Не дай мне снова пережить боль от потери ребенка. Госпожа. Госпожа, такое сложно пережить. Но вам сейчас нужно держаться. Султан Осман нуждается в вас, как никогда. Предатели могут убить и его. Госпожа, давайте прежде спасем султана Османа, а потом накажем предателей. Хлема Султан, Делирубу Султан, Давуда Пашу. За содеянное зло они заплатят сполна. Госпожа, прошу, вставайте. Госпожа, вам нужно держаться ради султана Османа. Пойдемте. Их убили за меня. Я не уберегла своих сыновей. Госпожа, не надо. Вы тут ни при чем. Да и как бы вы смогли помешать? Нужно было вовремя вывести моих сыновей из дворца. Сейчас все мальчики были бы со мной. Госпожа моя. Мирбиляга. Простите, госпожа, какой ужас творится. Но Шайзаде я все же успел спасти. Это правда, Бельбель. Мои дети не погибли. Они живы, госпожа, не бойтесь. Я успел вовремя и смог спасти их от верной смерти. Мы все там чуть не превратились в пепел. Едва ноги унесли оттуда. Тебе Аллах прислал, Бельбюль. Ты снова вернул меня к жизни. Где же они сейчас? Я их спрятал в надежном месте на базаре, госпожа. Они ждут вас. Едем немедленно. Задушишь, Хаджиага. Ладно, все. Хватит. Что тут такого? Мне захотелось тебя обнять. Кучер, за базар!
Это был сущий ад, не описать. Если бы Дженнет не помогла, кто знает, что с нашими шехзаде случилось бы. Дженнет. Убили Бельбюляга. За грехи у мэра Фенди поплатилась. Аллах ее не покинет. Аминь. Аминь. Хаджага, проверим, все ли в порядке с детьми, и сразу в корпус Космона поедем. Халиме может воспользоваться ситуацией. А что с повелителем? Почему он там? Дети мои, милые мои, какое счастье, я так соскучилась. А, Мурат, сыночек мой, милые мои. Мама, брата Османа увезли, его на повозке отправили в Едикуле. Что с ним сделают? Неужели расправиться? О, Аллах мой. Хаджага, нужно ехать сейчас же. Бельбюляга, ты отвези детей в старый дворец. Да, госпожа. Бельбюляга останется с вами. А я поеду вашего брата Османа выручать. Скорее, Хаджага. Плохо. Его везут в Едикуле. Если матушка туда не успеет... Надеюсь, она успеет, шехзада. Должна успеть.